Вечером 16 июня в районе поворота на городской карьер по трассе Иваново-Кострома столкнулись груженный МАЗ и легковой автомобиль. По предварительной версии, десятка двигалась в сторону Иваново. За ней следовал грузовик МАЗ. Во встречном направлении ехал Volvo с полуприцепом, за рулем которого находился 69-летний мужчина. Большегруз вылетел на полосу встречного движения и врезался в легковушку, которую отбросило прямо под МАЗ. Два человека погибли на месте, еще одна пассажирка десятки доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняются. Еще одна смерть на дороге зафиксирована днем в среду. Трагедия произошла около полудня на улице Куконковых. Мотоциклист ехал в сторону улицы Постышева, ему навстречу двигалась грузовая «Газель». На повороте налево 36-летний водитель машины не заметил другого участника движения, и байкер на большой скорости влетел в фургон. «Газель» опрокинулась. 26-летний мотоциклист погиб на месте.